Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников на Уфе и в своем винограднике. 1856 год, холст масла, 22/17. Галерея Тейт, Лондон. Художник Джеймс Смэтом. Картина иллюстрирует историю из Ветхого Завета о Науфее, притчу о грехе и корысти. Науфею принадлежал виноградник рядом с дворцом Ахава, царем Самарии. Ахав возжелал присвоить виноградник, но Науфей ему отказал. Тогда жена Ахава, Иезавель, заставила мужа забросать камнями Науфея до смерти по ложному обвинению в богохульстве. Так Ахав захватил виноградник. Вот такое описание картины Науфей в своем винограднике художника Джеймса Смэтома я нашел в интернете. Надо сказать, что Смэтом принадлежал к методистской церкви и написал несколько религиозных работ, которые похвалил представитель прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти и критик Джон Рёскин. Но картины Смэтома не пользовались большим успехом. Узнали что-то новое? Пока-пока, до свидания, всего хорошего.